снова челлендж! И снова Siren Head vs Cartoon Cat! Какой бы челлендж замутить? Ничего в голову не приходит. Придумал! Пол — это лава-челлендж! Пройти по дощечке и главное не наступить на пол. Вот такие правила. Правила какие-то легкие. Так, заткнитесь и дуйте. Кто первый придет, тот и победил. Ой, не туда. Ой, блин, стойте! Забыл сказать им про препятствия. Препятствие номер один. Занято! Пардон! Я знаю, это комната улыбок. Сейчас я ее рассмешу, и пока она будет ржать, проскочу. Твоя мамка такая жирная, что чтобы наесться, она родила себе такой огромный хлебальник. Не смешно! Да ты что, серьезно? Теперь моя очередь. Осторожно, двери открываются. I'm fucking genius. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Лоу. Препятствие номер два. Привет, малыш. Привет, мистер Кот. Ты говоришь, а рот не двигается. Это очень крипово. А так? Дорогая! Да, дорогой. Кажется, у нашего глиста завелись коты. Что? Тем временем. Идея. Нет времени на пафос. А что так нужно было, что ли? Идея. Восемь пассажиров поезд 257 Толст Анапа прибывает на третий путь ко второй платформе. Поезд 257 Толст Анапа. Ничья, и еще червя притащили. Глистопер, хочешь в челленджах участвовать? Че башку киваешь? Хочешь участвовать? Иди найди тех, кто не подписался и не поставил лайк. Это можешь не только под мостами искать.